Допросить их любыми средствами, потом убить. Тамплиеры хотят убить Романовых? Не будут же они в детей стрелять. Мне уж точно не стоит ввязываться. Свою бы семью защитить. Вот, найду шкатулку. И тогда, наконец, увезу отсюда Аню с Надюшкой. Всем привет, дорогие подписчики и гости канала. С вами снова Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Assassin's Creed Chronicles Россия. Ярость красных. Июль 1918 года. Екатеринбург. Орлов добрался до дома Ипатьева, где большевики держат в заперти царскую семью. Он обнаружил, что некоторые охранники ищут ту же шкатулку, что и он. Тамплиеры внедрились в ряды большевиков и пытаются использовать революцию в своих целях. Улучшение. Усиленная лебедка 2600, дополнительная дымовая граната 4000 и обновленная до игры плюс, улучшенное здоровье 7400. Украдите драгоценности, чтобы собрать деньги на побег. 400 награда. Ну давай, начнем. Вокруг полно тамплиеров. Ошибка может стоить слишком дорого. Угу. Понятно. О, скрипучий пол. Так, используйте электрический разряд вашей лебедки, чтобы выключить свет. Ух ты. Что здесь еще есть, электрический разряд? Так. Угу. Обзор сразу всех уменьшился. Но меня так запалят. Так, дружище, ты собираешься отходить или нет? Походу, он не собирается отходить. Хм. Так, хорошо. Допустим. Максимум припасов. Ну и что делать? Так. Дымовуху бросать, что ли, получается? Не очень хочется. Придушить, может, его, да и все. Но наш друг этого не делает. Так, припасов тоже максимум. Угу. Так, ну ты у нас в окно смотришь, поэтому ты мне как бы не мешаешь. Угу. Так, в принципе, мы тоже можем его нормально обойти. Даже его не грохнув. Ну, давай. Вот, молодец. А то как-то долго ты идешь.
Так, здесь что у нас? А как у тебя обзор уменьшился на улице? Я что не могу понять. Или это просто желтый цвет стал такой? Ну, прыгай. Застрял что-то непонятно почему. Ага. Так, создайте перегрузку в распределительной коробке с помощью электрического... Ага, электрического. Угу. Так. Уничтожьте генератор и освободите путь к дороге. Ну, допустим, я залезу наверх. Он меня запалит, если я спрыгну. Ну-ка, куда там? Да нет, в принципе, можно там залезть нормально. Без всяких проблем. Он даже меня так не видит. Так. Ладно, пусть подходит, да? Сейчас будем пробовать. О, как! Офигеть, как далеко ты у нас летаешь. Наверное, лучше сюда, а то запали, да? Ага. Хорош. Так. Ага, ключик у тебя есть. Ну, украсть бы его не помешало бы, да? Но я там увижу обходной путь. Поэтому фиг с ним. Сейчас главное здесь проползти нормально. По-быстрому, и все. Вот и все. Так, отлично. Здесь, по-моему, ничего нет, потому что я уже тут все собрал. Да. Так. Угу. Брат, собираешься? Разве что там работают. Пусть лучше застрелят. Добровольно я туда не вернусь. Почему? Думаешь, там хуже, чем везде? Отлично. Давай. Оба, молодец. Все, кто хочет разбогатеть любой ценой. Ну, или те, кому больше не... Можно незаметно пробраться через вентиляцию. Да? Смело! Ну, давай. Я бы не стал так говорить. Ты о чем это? А да как так. Ты будешь их обходить? По крайней мере, вслух не стал бы говорить. Ну, повезло большевикам, что тут скажешь? В чем? Все враги друг с другом передрались. Но по отдельности их передавить куда проще. Что белых, что зеленых. Я бы ни за тех, ни за этих не пошел. Лучше отсидеться, кто здесь? А ты? Ты, етишкин свет, ты что не вылазишь-то? А, потому что я второго-то не зацепил. Вот и все. Нервы уже шалят. Что это было? Вот это нормально. Хорош. Так. Тут еще один ходит, нифига ж себе. Так, допустим, я тебя отвлеку. А ты откуда говоришь? Ну, из Омска. Отсюда путь не выйдет. Отвлек, блин. Там же вроде сейчас белые обосновались. Да слышал. Ну, я двоих по-любому отвлекаю, да? Признаться за тем, что творится, не слежу. Обратно-то не собираешься? Это еще что? Отлично. Так, теперь через кусты, получается, да, нам надо? Стой. Отлично. Не хотят под большевиками быть? Смело.
Я бы не стал так говорить. Ты о чем? Давай пока сюда. Твои-то как? Живы, здоровы? Так, да, если его отвлечь свистом... Кому здесь? Сейчас легко? Надеюсь, все уляжется. А твои как? Думаю, Ито нормально, тоже черт, поживает, хорошо. Тамплиеры не должны до нее добраться. Ладно, не доберутся, не очкуй. Это ты о чем? Украина уже объявила без... Заберите ключ у караульного. Отлично. Хорошее такое задание. Забрать ключик у караульного. Повезло большевикам. Только караульный ходит не один. В чем? Все враги друг с другом передрались. А по отдельности их передавить куда проще. Что белых, что зеленых. Так, сюда я заныкаюсь. Нет, сюда не заныкаюсь. Я могу только в окно. Так, получается, надо каким-то образом отвлечь хотя бы одного, чтобы они разделились немножко, правильно? Значит, надо сделать звонок, когда они там внизу будут двое. Только кто из них среагирует? Первый, да? Лучше бы, конечно, было, чтобы этот с топором. Да-да? Да-да. Вы меня слышите? Не. Что-то на линии. А чё ты так долго поднимался? Ты слышишь, дружище? Ты какой-то тормоз, что ли? Я не знаю. Вот это сейчас быстро появится, да? Нет, я успел бы. Да, примерно они в середине находятся. Можно было даже по-другому сделать. Отлично. Так, ключ нашли. Осталось только здесь пробраться каким-то образом, да? Пол вроде не скрипучий у нас. Это хорошо. Он почти его догнал, блин. Так, ждем, когда второй пройдет. Так-то, в принципе, дедок этот нормально долго смотрит налево, поэтому я успеваю пробраться. Как раз, по-моему, сейчас будет хороший вариант. Оба-на. А ты как это решил оглядеться-то, дружище? Вроде тут тебя и не было в помине-то. Так, надо как-то сделать телефонный звонок. Вот так вот. Отлично. Хорош. Ладно. Так, допустим, я эту отвлекаю звонком, да? Вроде сейчас белые обосновались. Да слышал я.
У тебя признаться затем. Угу. Так, здесь нужна лебедка. А так ты не стреляешь, да? Блин, я могу промазать. Но свет надо вырубить, здесь по-другому никак не получится. Вот так, хорошо. Ага. Как сквозь землю. Да, конечно, как сквозь землю. Ты чё, дружище? Что это было? Ничего. Показалось. Так. Угу. Нервы уже шалят. Ну вот, пожалуйста, тебе первое сокровище. Так, отлично. Первое и есть сокровище. Так, вылазим потихонечку, значит, крадемся. Понятно. Давай, 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 давай. Отворачивайся, дружище. Отворачивайся. Ну? Прыгай, прыгай. Опять ты... ничего. Ты что делаешь? Да где эта шкатулка? Может, ее вовсе тут нет? Да как? Такого не может быть. Хорош. Кто почему? Это? Думаешь, там хуже, послушайте, чем везде? Перестаньте сюда звонить. Да езжай, да посмотри. Там живут те, кто хочет разбогатеть любой ценой. Угу. Или те, кому больше нигде места не нашло. Разбогатеть вроде заманчиво звучит. Фух. Хорош. Так. Чуть не запалились. И где ты? Нету у меня. Нету. У вас глюки. Так, этих на свист тогда. А из Омска. Что это все на путь не близкий? А ты пойдешь? Молодец. Я думал, ты уже не пойдешь никуда. Показалось, поди. Показалось, что ли? Ага. Ну, они сказали что-нибудь? Пока мало. Люди Свердлова уже прикончили царя и царицу. Если дети не заговорят, станут следующими. О, царя убили. Хотел бы я посмотреть. Поверить не могу. Царя убили. Но шкатулку вроде пока не нашли. Надо проверить подвал. Обалдеть, друзья, ну как такое вообще может быть, блин? Убили их всех сразу. Вы хотя бы историю-то не нарушайте. Никто их там не пытал. Ни детей, никого. Ну... Ай! Тупые разработчики. Зачем вот так вот обсирать историю? Я не понимаю. Вот я говорю, я не люблю, как они сделали. Мне не понравилось совсем, как они сделали Россию. Вообще не понравилось. Могли бы на чем-нибудь другом бы замутить бы. Но только вот не на этом. Это какой-то фарс полнейший. Так, сокровище у нас там находится. Этого надо как-то отвлечь, что ли, получается. А если я свистну, он вниз пойдет? А? Пойдешь вниз? Не хочешь, что ли? Да, а, ну нет, не хочет. Все это. Значит, давай звонить. Да-да! Вы меня слышите? А что-то на линии. Иди проверь. Телефон внизу. Что-то на линии. Во!
Эй! Кто это? Послушайте, перестаньте сюда звонить! Хулиганьё! Давай еще раз, я не успеваю. Да. Алло. 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 Смольный. Смольный. Когда давать взрыв Аврора? Где же шкатулка? Ну чё? А. Ух ты, ё-моё. Так, здесь будет посложнее. Значит, вырубается свет, да? Блин, тут меня запалит нафиг. А, не видит, да? Ладно, допустим. Свет вырубается, меня не видит, но... Он меня запалит или не запалит, если мимо него пробегу? Так, свет включается. Давай пробовать. Угу. Ху, хорош. Почти. Нормально. Вот это тоже еще одна ересь. И детей тоже. Если бы не задание, я бы всех вас убил за такие. В общем, вот это полная ерунда. Детей убили всех и вместе с родителями сразу одновременно. То есть никто в живых не остался. Какая дочка? Как кто пытал детей? Чё за ересь? Вы хотя бы соблюдайте исторические факты. Это вообще какой-то позор. За это уже можно ненавидеть игру. За то, что они спорят с фактами. Упс, тихо. Тихо. Не, сейчас не канает. Сейчас дождемся тогда еще одного момента. Ну, вот так нормально. Правда, я не понимаю, как он мог не заметить пробегающего мимо солдата. Дуновение ветерка, тебе ничего об этом не говорит? Нет? А, есть выход наверх, ладно. Но сейчас пока не та возможность. Я могу просто-навсего не успеть. О, сейчас нормально будет. Давай, давай. Свет, не подводи. Отлично. Угу. Хорош. Да лезь ты, дружище, ты чего? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Доставь ты эту... А я, по-твоему, сейчас чем занимаюсь? Хорош. Хорош. Девчонка! Она тут! Сюда! Держи ее! Нифига ты ее прибил. Молодец. Пожалуйста, нет. Послушай, я не причиню вреда. Я пришел за шкатулкой. А? Что это у вас на шее? Что происходит? Кто? Кто вы такой? Просто отдай мне шкатулку. Нет. Девчонка, она там! Быстрей! Прости, но у меня нет времени. Нет! Стой на месте!
Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.